Так называемый нулевой день Петербургского международного экономического форума посвятили малому и среднему предпринимательству. Делегацию Ульяновской области возглавил исполняющий обязанности председателя правительства Александр Смекалин. Он принял участие в работе площадок по развитию государственно-частного партнерства, экспорта и креативных индустрий. Нам удалось сформировать свою позицию в части проектирования, территориального проектирования и проблематики формирования, так скажем, инфраструктурных заделов для развития индустриальных парков, субъектов малого и среднего предпринимательства. Также переговорили с представителями концерна «Алмаз-Антей». Его дочерние предприятия – завод «Искра» и Ульяновский механический завод. На последнем предприятии планируется увеличить объемы и заказы на продукцию гражданского назначения. Обсудили поставку в регион коммунальной техники и медицинского оборудования, которое производит концерн. Заинтересовало руководство концерна наши возможности, возможности наших индустриальных парков в части особой экономической зоны. В связи с этим буквально в течение ближайших недель состоится визит делегации данной корпорации на территории нашего региона. Кроме того, Ульяновская корпорация развития подписала соглашение о сотрудничестве с ведущим деловым изданием Russian Business Guide. Главная задача – продвижение инновационного потенциала региона. Анна Тищенко, Улправда ТВ.